Какое плетение цепочки считается самым прочным? По мнению ювелиров, бисмарк – это самое прочное плетение, благодаря тому, что один ряд звеньев сцепляется с другим. Очень популярное плетение и среди мужчин, и среди женщин. В первую очередь сразу обращает на себя внимание необычное название цепочки. У многих оно ассоциируется с первым немецким канцлером Отто фон Бисмарком. Существует легенда, что именно этой известной личностью и вдохновился ювелир, придумавший оригинальное плетение. Стойкость, нерушимые принципы и мировоззрение, непоколебимость первого канцлера, согласно преданию, и стали вдохновением неизвестного ювелира. Ведь и сама цепочка, сплетенная таким образом, отличается прочностью и долговечностью. Этот вид вязки имеет также название кардинал. Встречается и название кайзер. Внешне бисмарк смотрится богато, достойно, прямо-таки по-королевски. Это очень сложное плетение, и изготавливается оно вручную. В кальбах Гольд вы приобретете цепи и браслет из красного русского золота в этом интересном, напоминающем рыцарскую кольчугу плетении. Ссылка на изделие в описании к видео.